идет контент. На сегодня мы уже все на позитивчике, занимаемся спортом. Женек, покажи, как мы занимаемся спортом. Подписчики часто спрашивают меня, как оставаться красавчиком. Когда начинаешь? Хорошо. Ну, вообще-то я спортсмен. Посмотри, какой сухой. Это очень мило. Это красавчик. I'm feeling your burning touch. It's something. Достанье, здесь черная звезда. А мы настолько сосредоточены на вот этом, типа, завтрашнем дне, что мы ничего очень мало делаем сейчас, потому что не хватает просто ни энергии, ни желания, и вообще. Ну что, друзья, первый день, наверное, лета такой выдался. И тут сразу народу просто тон. Вот подписчик мой собрался здесь. В общем, хорошо. На самом деле хорошо, и может быть еще на следующей неделе будет лето, но я улечу в Уфу. Уфа, привет! Йоу-йоу-йоу! Еще выйдем на связь. Я совершенно случайно, каким-то вот вообще просто волшебным образом, в 7 часов вечера, находясь дома, думала, что я сегодня останусь дома, буду спать, но вдруг вот 11:30, и я в Питере. Милый привет! Йоу-йоу, друзья, и сегодня пятница. Блин, каждую пятницу снимаю правила красавчика. Мне друзья спрашивают, комары тут летают. Дэн, расскажи, как быть красавчиком. Это не секрет, рассказываю каждую пятницу. Сегодня 29-е правило. Кстати говоря, 29-е, возможно, последнее из всех правил, потому что следующее правило... Да, это я включил специальную музыку. Я записываю это правило последнее пока что, потому что я готовлю новый контент, я сделал два канала новых, скоро вы о них узнаете, и смотрите новое правило про Савчика. Сухель, ну, тебя зовут, конечно, Сухель Закар Мухамедович, ты сейчас работаешь в крупной компании, и ты просто красавчик в этой компании. Скажи вот за свой жизненный опыт, вот от себя лично, правило красавчика, как быть красавчиком? Для того, чтобы быть красавчиком, нужно всегда быть честным и никогда не врать. Вот, брат, в чем сила. Поэтому... Ну вот, вы посмотрели это правило красавчика, и ждите новых выпусков. Произошло. Сейчас перед вами выступил Сухель, это мой друг, он классное правило рассказал, и действительно следуйте ему, и вы будете красавчиком. Йо-йо, до следующих выпусков теперь. Ура! Дальше, пока-пока!